Вот в этой кадушечке это по наследству еще приходило к нам. И все родители, нам бабушки, нам еще рассказывали и показывали. В муке кислород. Если будет кислород, обогащена мука кислородом, соль надо, 2 ложки сахара, столовых так. Ложки с горочкой. И теперь, когда уже сахар, соль, обязательно дрожжей. Тесто в две стороны ни в коем случае нельзя крутить. Его поворачивать нужно только по солнцу. Для чего? Для того, чтобы тесто хорошо выхаживалось, чтобы оно было ровненьким, пышненьким. И если тесто только по солнцу идет, жить будет идти ровно, спокойно, и все задуманное будет также по порядочку и сбываться. Тестушко обязательно надо как растягивать, именно под низ аккуратненько. Тестушко должно не липнуть, но оно должно вот таким пухленьким быть, таким живым. Вот именно живым. И вот так его, вот так вот. Угу, попробуй, угу. Наташа. Угу. Вот, да, подминай так. Прямо аж под низ, вот не так. Бойся подминать, не бойся. Вот так берешь, вот, и тесто так прямо, кусочки и туда. Ага. Вот, вот, правильно, вот. Есть электрические печи, в них есть градусы. Но в печи, мы будем проверять именно мукой. Мука, если большое пламя в печи, значится больше 380 градусов. А мы, если только угольки, такие скринки угольки, значится к выпечке готова. И там где-то примерно 280-260 градусов. Вот, немножко только, не горит. Вынимаем с печки хлебушек. Семье будет достаток, и семья богата. Она обогащена вот именно вот этим святым.